Здравствуйте, меня зовут Алла Анатольевна. Я приехала из города Азова Ростовской области. Я очень благодарна тому человеку, который подсказал мне, что здесь в Москве есть такая клиника, ну вернее, больница Юсупова. Раньше я о ней ничего не слышала, не знала, и также в нашем городе никто ничего не знал, хотя больных, в общем-то, немало, болезни Паркинсона, но дальше нашей области мы никуда не ездили, не обращались. И вот я считаю, мне очень повезло, но тут я еще очень благодарна своим детям, которые материально поддержали меня, что и привело меня в эту клинику. Я очень благодарна всему обслуживающему персоналу, очень внимательные, очень компетентные люди. Сразу приходят на помощь. По любому вопросу консультации опытного специалиста, врача, просто очень радует, что у нас есть такая замечательная больница, и что люди могут сюда обратиться со своей бедой. Я приехала сюда совершенно, как сказать, не ходячая. Ноги не ходили вообще. Дочка меня тащила буквально на себе. И буквально через два занятия, да? Ну, ты после первого уже пошла, с ходунками. Даже да? После первого занятия я уже пошла своими ногами. Правда, с ходунками еще, но все же это были мои ноги. И я очень благодарна этим врачам. Вот особая благодарность Максиму Владимировичу. Я, к сожалению, не посмотрела, как его фамилия, но я ему очень благодарна, потому что, ну, это мало того, что он специалист, он еще, знаете, очень требовательный, прям беспощадный бывает порой, но он так может и пошутить, и похвалить, и поддержать. И он очень хорошо помогает. Очень хорошо помогает. Встать на ноги и начать ходить, да, очень. Все мальчики молодцы. И Сережа вот первое занятие с ней проводил. И вот после первого занятия, я же говорю, это было какое-то чудо. Она сразу раз и пошла. Это действительно очень здорово. Сережа был удивлен настолько, что у него, кроме того, что вот так показывал пальцы, не было никаких других ни слов, ни жестов. Я сама была очень удивлена, что вот так сразу. Я думала, как это у нас тянется всегда, анализы всякие, осмотры, переговоры там. Всякие, а тут вот раз, и все это, понимаете, по-деловому, я бы сказала. Ничего не затягивается, все делается вовремя. И даже если какие-то попутные там находятся вдруг, вопросы, да, помогают решить, подсказывают, мгновенно, всем очень внимательные, большое всем спасибо. Мгновенно УЗИ, все, что надо, все проводится. Так что, кроме слов, благодарности у меня других нет. Спасибо.